15 марта в Челябинск приезжает Михаил Казинник, музыкант, искусствовед, автор фильмов о музыке. Концерт для детей и родителей получил название «Удивительные приключения музыки». Не надо выращивать гениев, нужно не помешать природной гениальности человека. Человек рожден гениальным, потому что всякое наше вмешательство есть вмешательство обыкновенного серого взрослого в детскую гениальность. И вот мы ее уничтожаем. Мы даже не умеем разговаривать с нашими детьми. Когда им 3-4-5 лет, вдруг выясняется, что нам уже с ними не о чем говорить, мы не знаем, что с ними делать. Мы переживаем. А когда они подростки, то конфликт достигает вершин. И самое главное сегодня – это научиться, а, не мешать ребенку, б, научиться говорить с ним о самом главном, о самом важном, о самом эмоциональном, о самом лирическом, о самом сильном, не боясь, не стесняясь. Концерт-лекция «Удивительные приключения музыки» состоится в концертном зале имени Прокофьева, а программа «Beauty Time» планирует интервью с маэстро.